возвращением в спортклуб. Профессор больше не сыграет. Он начинал карьеру в Батэ со скамейки запасных, а потом забил победный гол Баварии. Виталий Родионов. 227 голов. 96 матчей в Еврокубках. Он самый титулованный игрок и лучший бомбардир Батэ. Самый полезный игрок команды за всю историю. 12 раз Родионов становился чемпионом Беларуси. Новый тренер Батэ Олег Дулуб работу в команде начал с разговора с ним. Просил Родионова остаться. Уговорить не получилось. Уникальный нападающий сообщил о завершении карьеры. И сегодня главный ньюсмейкер дня Виталий Родионов у нас в гостях. Виталий, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Для каждого спортсмена важно, когда и главное, как уходить. Почему ты решил принять такое решение вот сейчас? Ну, на самом деле уже созрело давно. Просто в силу каких-то обстоятельств я это решение откладывал на год, на два. Вот. И в конечном счете на сегодняшний день пришел к нему. Карьера получилась яркой. Какие дни особенно запомнились, может быть какой-то матч? Последние впечатления самые, наверное, пожалуй, яркие, свежие. Еврокубковые наши успехи. Пожалуй, каждый я могу вспомнить. Чемпионство, победы, они всегда запоминаются и остаются, ну, наверное, всегда со спортсменом. Возможно, что-то не получилось успеть? Да, в своих мечтах детских я грезил немножко о другом, о другой карьере, в которой было место европейскому чемпионату, какому-то легионерскому опыту. Вот. К сожалению, у меня был очень короткий, и в этом отношении реализовать себя не получилось. Олег Дулуб свою карьеру в Батэ начал с диалога с тобой. О чем был этот диалог и чем он закончился? Мы поговорили о моих планах. Я ему их объяснил. Поэтому в дальнейшем мы будем работать на общее дело, на общий результат клуба. Твоя будущая деятельность непосредственно связана с Батэ? Да, мы с Анатолием Анатольевичем уже разговаривали, и мне в клубе будет предоставлена должность, в общем-то, и я из клуба никуда не ухожу. И я знаю, Андрей с коллегами сейчас заканчивают фильм. Виталий, ты в нем главный герой. Да, совсем скоро он выйдет на телеканале ОНТ. Мы вспомнили яркие моменты из твоей карьеры, запоминающиеся кадры и эмоциональное интервью. Всегда восхищался им как футболистом, как человеком порядочным. И, конечно же, его будет не хватать. Того же Олега Дулуба анализ там был где-то, да? Ну, когда он говорит, что, ребята, чтобы не говорили, Родионов лучший нападающий чемпионата. Приезжаю в Минск, мы недалеко живем друг от друга, то есть, вернее, через забор. И через забор я ему так кричу: профессор, давай заканчивай с футболом, не мучай уже его. И на что он мне то же самое отвечает: Михаил, сейчас с вами согласен, наверное, подумаю, это мой будет последний сезон. Фильм «Профессор» Виталий Родионов совсем скоро на ОНТ. Я уверена, что это будет очень